Казанский федеральный университет опубликовал последний, 4-й приказ о зачислении абитуриентов на бюджетные места. Льготники, медалисты, целевое направление и даже заочники. В список попали больше 5000 человек. Общее количество контрольных цифр приема у нас в университете составляло 5392. И по совокупности 4 приказов все эти цифры были выполнены в полном объеме. На сегодняшний день все бюджетные места уже заняты? Совершенно верно. Абсолютно все. В этом учебном году выросло не только количество бюджетных мест, но и средний балл ЕГЭ. Средний балл по Казанскому федеральному университету среди бюджетников с учетом и льготников, и целевиков, то есть все, кто поступил на бюджет, он составляет 74,44 балла. Но для сравнения, в прошлом году он составлял 73,38. Теперь, когда бюджетные приказы вышли, самое время заняться контрактниками. Поступить на контрактную форму хотят еще больше абитуриентов, а первый приказ о зачислении выйдет 15 августа. Приказ, вот сегодня начинается активное заключение договоров. На сегодняшний день по контрактникам, значит, у нас около 4000, значит, уже оплаченных договоров. На сегодняшний день, ну, приказ выйдет по контрактникам 15 августа, у нас еще есть 2 дня. И я думаю, что эта цифра, она увеличится. В среднем в день мы заключаем где-то около 300 договоров. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.